Уважаемый министр, уважаемый глава, уважаемые дольщики, гости, предлагаю начать нашу церемонию по вручению ключей. Своих заветных ключей собственники ждали 6 лет. В 2016 году недобросовестный застройщик оставил объект в микрорайоне Новые Жаворонки на произвол судьбы. Хождение по инстанциям, переживания, надежды. Сегодня не верится, признаются дольщики, что скоро будут праздновать новоселье. Передать это очень тяжело, потому что очень много было переживаний и тому подобное. Ну, хорошо, что она все-таки закончилась так вот положительно, как сейчас. И с своей стороны, повторюсь, хотелось бы, чтобы все люди, все дольщики, которые с нами сейчас, может быть, и не присутствуют, но чтобы у них действительно началась хорошая, счастливая жизнь, чтобы они, обретя свой дом, построили свое счастье. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, обманутым дольщикам в этом году должны выдать 15,5 тысяч ключей. Сегодня этот план выполнен на 85%. 10 домов уже введены в эксплуатацию, и буквально на этой и следующей неделе будут выданы ключи по этим 10 домам. Остальные находятся в высокой степени готовности. Некоторые уже прошли итоговую проверку и получили ЗОС. Некоторые находятся на окончании итоговой проверки. Все ключи мы в этом году, как и обещали, выдадим. Группа компании «Гранель» полностью выполнила свои обязательства по строительству заброшенных объектов. Корпуса введены в эксплуатацию, скоро в дома начнут заселяться семьи. В квартирах зашумят ремонты, улицы оживут. На сегодняшний день достроено 5 корпусов, это 1046 квартир, и 720 дольщиков до конца года получат свои ключи. Но на этом наша жизнь не останавливается, и теперь уже наши обязательства по формированию социальной инфраструктуры, дороги, школы, детские сады, все то, что вы уже нам озвучили. Впереди много приятных хлопот – обустройство инфраструктуры, дорог и социальной сферы. Главное, говорят собственники, долгожданные квартиры достроены, и в них можно жить. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».